Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы будем рассматривать такой расклад, называется «Небудилиха», где первая карта нам скажет «Ситуация в настоящем». И у нас выпадает карта 18-го аркана. Вы прорабатываете свои комплексы, страхи, фобии. С чем это у вас связано? Связано с разбитым сердцем, то есть какими-то любовными треугольниками, с разочарованиями, слезами, да, то есть вы учитесь сейчас не бояться всего этого. И, естественно, после этого у вас будет большая любовь с вашей второй половинкой. Вторая карта скажет, что будет, если ничего не предпринимать для изменения ситуации. Вы пройдете свой урок, и у вас впереди официальный брак. С чем это связано? Это связано, что вы победили в своей борьбе, которая вам была, когда был любовный треугольник, да, и причем с помощью магии. То есть вы использовали все варианты. Третья карта нам скажет, что будет, если предпринять какие-либо действия. Впереди вас ждет семья, обеспеченная, уют, тепло, дети и любимый муж рядом. Вот кому интересен такой расклад. Заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.